Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о церемонии бракосочетания Степана Менщикова и Евгении Шамаевой. Один из самых ярких и скандальных участников Дома-2 за всю историю проекта Степа Менщиков обрел новый семейный статус. Он официально оформил отношения с матерью своего ребенка Женей Шамаевой. В семье ожидается скорое пополнение. У их сына Вани появится брат или сестра. Видимо, поэтому они и приняли такое решение – сочетаться законным браком. В 2014 году Степа и Женя уже устраивали свадебную церемонию. Произошло торжество на острове Гоа. Тогда их брак не был зарегистрирован официально. Это был праздник для самой пары. Степу нарядили в золотой костюм и челму, уложили на диван, гостей рассадили на подушки, а невеста в розовом саре вместе с танцовщицами кружилась под хит из фильма «Танцор диско». Ребята отправились в Тверской ЗАГС Москвы. На регистрацию брака они облачились в наряды в синей гамме. Там без церемоний Степан и Евгения расписались, обменялись обручальными кольцами и получили свидетельство о заключении брака. Евгения рассказывает: «У нас свадьба уже была, поэтому мы подошли к этому событию со спокойными эмоциями. Мы решили узаконить брак в честь скорого рождения второго малыша. В общем, мы счастливы, хотя все равно есть небольшое волнение». И Степан дополняет свою супругу: «Я чувствую себя сильным мужчиной, у которого есть любящая и любимая женщина». Из ЗАГСа счастливые молодожены вышли на улицу и остановились у входа, чтобы сделать снимки на память. Женя больше не скрывает округлившийся животик, напротив, ее облегающее платье эффектно его подчеркивает. О ее беременности стало известно чуть раньше, в этом же месяце. Женя опубликовала в своем микроблоге трогательное селфи в профиль, и у ее подписчиков не возникло сомнений в том, что скоро у пары появится второй малыш. В семье Менщиковых был очень долгий период ссор и разногласий, ну а сейчас там царит мир. В начале этого года гражданские супруги продемонстрировали семейную идиллию. Тогда они опубликовали фотографию с праздника со дня рождения маленького Вани, на котором были запечатлены вдвоем. «Люблю, не могу», – подписала снимок Женя. После примирения супруги выглядели очень счастливыми. После регистрации молодожены собрали друзей на свадебный банкет в ресторане «Яри». Степа с Женей решили не устраивать грандиозный праздник. Они пригласили только родственников и самых близких друзей. Среди них были и те, с кем Степа общается благодаря проекту «Дом-2». А ведущим вечера стал коллега Степы Рустам Солнцев. Степан написал: «Дорогие друзья, торопимся принять от вас поздравления. Наконец-то это свершилось, мы стали мужем и женой. Ура, мы счастливы. Пожелаем молодым счастливой семейной жизни, любви и, конечно же, рождения наследников». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.